Первый раз я в Абдарми. Очень-очень красивая площадка приземления, хорошее место, людей, просто вообще супер, замечательно. Ожидали ли вы первое место? Да. Всегда, когда спортсмены идут на соревнования, всегда ожидают, чтобы на подиум. Но не всегда получается, конечно. Как небо над Абдармой? Супер. Отлично, здесь погода очень хорошая, там место очень хорошее, люди очень теплые, и, конечно, небо над этих людей тоже очень теплое. Вы ожидали победы? Конечно, ожидали. Мы спортсмены, и каждый спортсмен ожидает побед. Организация была очень точная, и все было в порядке. Хорошая. За первый клад, за пер... Да, за первый пацан. Ваша команда впервые? А мы были вдвоем. Я уже шестой раз здесь. Каждый год лучше и лучше, потому что каждый год там участниками увеличается. Сейчас 48 людей, это отлично для такого соревнования, так что я приезжаю с удовольствием каждый год.